Всем привет! По традиции показываем вам место, где можно на Бали остановиться на одни-двое суток и отлично провести время. Это одна из вилл сети вилочек, ссылка на которых будет у нас в Инстаграм. Называется конкретно эта вилла Манка Вилла. И смотрите, что здесь есть. Большая кухня с лаунж-зоной. На кухне кулер с водой, газовая плита из двух конфорок, микроволновка, посуда для готовки 3 сковороды, посуда для еды, чайнички для чая, вилки-ложки, открывашка. Открывашка для того, чтобы открывать вино. Если вы захотите взять его в мини-баре, оно всегда есть здесь. Здесь тоже белое, но у них есть наличие и красное. Белое и красное вино, 2 пива, 2 колы, 2 спрайта. Ценник на все это не дороже, чем в ресторанах. Вино стоит около 1200 рублей. За бутылку, ну, кола 50 рублей. Далее два лежака, гамак. Гамак является фишкой данной виллы, потому что в их сети, в каждой отдельной вилле своя фишка. Здесь гамак, где-то это окон над бассейном и так далее. Ну, под гамаком бассейн. И здесь вход в комнату. В комнате кровать оформлена прекраснейшим образом. Большой телевизор. Для девочек все в зеркалах. Огромное зеркало, чтобы фотографировать себя в полный рост. И выход в ванну. Он есть как из комнаты, так и из бассейна. Ванна, из которой вы можете нырнуть в бассейн. Полотенца. Два пляжных. Два банных. Два маленьких. Щетки, паста, расческа есть. Две бутылочки воды. Салфетки, два шкафчика. И выход в туалет и душ. Вот такая вилла. Рекомендуем к остановке для проведения романтических встреч.